Спутник «Экспресс» АМ-6 расположен в позиции 53 градуса восточной долготы. Он был запущен 21 октября 2014 года, и, судя по карте покрытия, Беларусь, откуда я веду прием, находится в зоне уверенного приема сигнала. Для теста мной используется спутниковый приемник OpenBox SX4. По мере увеличения диаметра спутниковых антенн будем заполнять таблицу, в которой будет отображаться процент качества сигнала на принимаемых частотах. Для начала попробуем принять сигнал на антенну диаметром 85 см. В результате слепого поиска было найдено два транспондера, однако сигнала не хватило даже для того, чтобы прописать каналы в приемник. Ручной поиск также не дал результатов. Полгода назад, летом осенью 2015 года, на эту же самую антенну и с этим же самым конвертером я принимал сигнал 43% качеством. Позже сигнал на данном спутнике уменьшили, поэтому прием в моей местности данного борта на 85 см стал невозможен. Увеличим диаметр антенны до 110 см. В результате поиска было найдено 5 транспондеров с 5 теле и 6 радиоканалами. Неуплата налогов, отсутствие разрешительной документации, нарушение правил эксплуатации, в общем, полный букет. Я вот даже порой читать устаю. Какой тебе дружок? Так, сейчас приступаем к описи товара, изъятию документации, опечатыванию помещения. Передайте Агнии, что мне осточертели ее шутки. Что такое? Он бросил трубку? Да. А что случилось? Да ничего. Агнию похитили. Что? Опять 25. Похищение Агнии, часть вторая. Он не поверил? Поверит, если... петь. А он сказал, если она выучит песню, придет и споет ее, я дам ей четвертак. Мы с мамой пошли домой. И потом, что там было? Ах да, мы пришли. Иоганн Готфрид Вильгельм Пальшау умер в 1100... Меньше 10%. То есть, как бы, поменялись местами. И при этом они перемещались по территории, да? То есть... финал Лиги Чемпионов. Но какой-то матч вы запомнили крепко, а какой-то у вас проскочил мимо внимания. Это же... Ну, хорошо. Это тренированный человек должен быть. Альберт, ну, позвольте уйти в кинематограф, да, и в область фантастики. Вот эта история с роботами, внутрь которого помещается... Увеличим диаметр антенны до 120 сантиметров. В результате поиска было найдено 4 транспондера. Новых каналов не появилось.
Пробуем принять сигнал со спутника на максимальную из имеющихся у меня антенн прямофокусную СВЕК диаметром 180 сантиметров. В результате поиска было найдено 6 транспондеров с 6 теле и 6 радиоканалами. Прописался дополнительный промо-канал. Возможно, вы не получаете проценты на остаток, но это легко изменить. Переведите ваши доходы на карту Тинькофф Блэк и получайте до 8% годовых на остаток по счету каждый месяц. И кэшбэк до 5% за любые покупки. Таким образом, в результате теста можно сделать вывод, что принять спутник в фокусе возможно на антенну 110 см с неплохим для C-диапазона запасом на непогоду, так как он минимально метеозависим. С актуальной информацией о приеме спутников можно ознакомиться на форуме, ссылки на которые размещены под видео.